Hi, can you speak Johan. English? No. No English. Yes. Я русский язык изучаю. О, круто, 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 мне повезло, вообще круто. Повезло, да? Как успехи в изучении русского языка? Нормально, я думаю. Хорошо понимаю. Говорить я мало говорю, поэтому не хватает практика общения. Но я могу читать и слушать, и понимать язык. Ну, все равно круто. Все равно круто. Очень сложный язык. Согласна. Хоть я и носитель этого языка, но он реально сложный. Даже тебе сложный, даже носителям. Да. Кто да. там? У меня брат сказал, брат? Что русский вообще тоже очень сложный. О, привет, пацан. Привет, пацан. Привет. Как дела? Все хорошо, нормально. У нас тепло в Рио. Я в Рио живу, в Бразилии. Очень блин, тепло. Блин, круто, а у нас холодно. Hi, can you speak English? 50-50. Yes, we speak English. So, a little bit, right? Mm-hmm. Right. You from Brasilia? Yes, I'm from Brazil. Uh-huh. From Rio de Janeiro. Uh-huh. You heard of the city? Yes. Big city. А что у вас на зубах? Там брекеты? Брекеты, да. Задолбали uh-huh. уже. Я давно с ними. Согласна, я тоже. Я думала, ты знаешь, тоже. Как называется эта штука. А вы были уже в России? Пока нет. Я очень хотел, но у нас был коронавирус, а потом спецоперация, и не получилось у меня. Uh-huh. Я планировал. Сейчас тоже пока не получится. Да, может, через 3 года, наверное, или 2 года, не знаю. В будущем. Неизвестно, что будет. Неизвестно. Да. Неизвестно, да, я согласен. Ужас, мы, может, уже не живые будем все. Это тоже возможно. Посмотрим. Оптимистично. Ну, сейчас все возможно. Не надо ничего планировать, только жить и все. Hello. О, привет! Hello. Can you speak English? Как дела? English? Не. А, хорошо. Я изучаю русский язык, да, можем хорошо. Попробовать. Я изучаю русский язык, можем попробовать. Как дела твои? Мои дела хорошо. А у тебя мои как дела? Хорошо. А у тебя как дела? У меня тоже хорошо. Тоже сложно нормально. Дается русский? Тоже нормально. Конечно. Очень Конечно. Сложный язык. Очень сложный язык. Мне просто не хватает практика говорения. Но я хорошо понимаю, читаю, смотрю видео. На слух я понимаю, но говорить мало говорю, поэтому. А, с грамматикой тоже плохо дается. Ну ты все равно молодец. Продолжай в том же духе. Do you speak English? Yes. Yes, I do. No, а я нет. And why did you ask me? Слава России, пизда Украине! Нет! Так да. не надо! Так не надо! Надо так! Hello! Hey! Hi! Oh, you can speak English? Yeah, a little bit. A little bit, okay. That's nice. You're from Russia, right? Yeah, right, I'm from Moscow. And you? From Moscow. It's a big, good city. Yeah. I'm from Brazil. City of Rio de Janeiro. Oh, I heard, but I've never been there. It's a very beautiful city and touristic. I love it. I saw on YouTube of travel bloggers. They show us, told us. Did you ever been in Moscow? No. Have you ever been in Moscow? No? Not for now, but I want Russia, to go maybe? To Moscow and to Russia. А, я изучаю What do русский you do, язык. Что? Я изучаю русский язык. Без акцента? Круто! Без акцента, что ли? О! Я так хорошо Ты уже говорю хорошо. По-русски. Очень. О, очень, это правда? Очень приятно слышать. Я в России пока не был. Даже на секунду показалось, что ты, может быть, изначально русский знал. Правда, очень да, здорово. Да, да. Ну, это потому, что я, когда говорю по-английски, по какой-то причине я вспоминаю слова на русском, а не на английском. Не знаю, почему. Ничего себе. Ты когда-то... Это вообще даже не верится, что в России ты никогда не был. Ну, я правду говорю, да. Если честно, я в России пока не был.
Я очень хотел, но у нас был коронавирус, а потом... Я могу сказать, ты крут. Спасибо. Это очень круто, правда. Спасибо. Oh, hi! Oh, hi! Can you speak English? So-so, a little bit. Okay. I can't see your friend. She's hiding. Hi. А я изучаю русский язык. Можем попробовать. Ой, это очень круто. Как дела? Все отлично. Хорошо. Супер.